Коммунистические субботники, писал Ленин, именно потому имеют громадное значение, что они показывают нам сознательный и добровольный почин рабочих в развитии производительности труда, в переходе к новой трудовой дисциплине, в творчестве социалистических условий хозяйства и жизни. Первая весна 10-й пятилетки в Калмыкии. В честь Красной Субботы две дневных нормы выполнил Церен Максимов из совхоза 40 лет октября.